Всем привет, я Леша, это «Сильные новости», наша рубрика «Короче». Поехали! Сколько стоит собрать ребенка в школу? Об этом рассказали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Так, в среднем за комплект школьной формы придется отдать от 52 до 348 рублей. От 35 до 216 придется выложить за канцтовары. А всего по стране накануне нового учебного года будут работать более 400 школьных базаров. В Могилевском районе более 40 человек искали 4-летнюю девочку. Она вышла из дома, чтобы покататься на самокате, и пропала. Лишь после полуночи ее нашли прямо на дороге, свернувшись калачиком. К счастью, с малышкой все в порядке. Она дома. На белорусско-литовской границе погиб гражданин Ирака. Вначале его в тяжелом состоянии нашли белорусские пограничники. Начали оказывать первую помощь, но спасти мужчину не удалось. Следственному комитету под контролем прокуратуры поручено немедленно начать расследование.